серия в любом случае была тяжелая, несмотря на то, что да, вроде как бы 4-0, но каждая игра – это напряжение, да, это подготовка к игре. Хотел бы поблагодарить команду Сочи, как бы ребята бились до конца, сегодня очень сильно сыграли, хорошо, что мы так как бы выиграли, вот, но просто точно как бы не было, ну и всех наших болельщиков, всю нашу команду поздравляю с выходом в следующий раунд, готовимся дальше. Как говорится, самый последний шаг, он все время самый трудный. Вот, естественно, второй овертайм и удаление как бы были так, ну, немножко такая нервотрепочка, как была и в ту сторону. Хорошо то, что выиграли, вот, но сегодня очень была трудная игра. Сейчас есть как бы время, да, просто надо подготовиться, а там какой соперник будет, ну, какая разница, все от нашей игры как бы зависит. Концентрируемся на своей игре, там дальше посмотрим.